Финский картофельный салат – это вкусное и простое в приготовлении блюдо, которое подойдет как для праздничного стола, так и для обычного семейного ужина. Берите на заметку рецепт. Для того, чтобы приготовить финский картофельный салат, понадобится совсем немного ингредиентов и времени. Все ингредиенты идеально сочетаются между собой. Маринованные огурцы и нежный отварной картофель великолепно дополняются сметанно-горчичным соусом. Благодаря картофелю, салат получается очень сытным. Подавать финский картофельный салат можно как на праздничный стол, так и на обычный семейный ужин. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все необходимые ингредиенты, картофель отварите до готовности. Остывший вареный картофель очистите и нарежьте кубиками. Огурец нарежьте небольшими кусочками. Красный лук очистите от шелухи и мелко нарежьте. Ставим лайк и подписываемся. Сметану смешайте с горчицей. Заправьте салат и хорошо перемешайте. Финский картофельный салат готов. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. Такие продукты будут нужны. Картофель – 2 штуки. Лук красный – 1 штука. Маринованные огурцы – 3 штуки. Сметана – 2 столовые ложки. Горчица – 1 чайная ложка. Зелень – 1 пучок. Количество порций – 3. Не пропустите самое вкусное. Подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Я рада гостям.